Привет, друзья! Вы спрашивали про электронный баланс, про составление электронного баланса. Эти видео есть у меня на канале. Я решила для вас снять вот такую таблицу. Важнейшие окислители и восстановители. Важно знать. Оставляйте себе в закладке, сохраняйте, какие из веществ у нас восстановители, какие окислители. Также запомните, что вещества, которые содержат атомы металлов или неметаллов с промежуточной степенью окисления, обладают двойственными окислительно-восстановительными свойствами. То есть основные окислители и восстановители, их нужно знать. Если это видео было вам полезным, не забывайте ставить лайк, подписываться. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, подписывайтесь на инстаграм, приходите на эфиры. Вопросы можете писать мне в личные сообщения. Номер есть в описании канала. Всем всего доброго, всего хорошего, пока!